Йогай, с вами Шмаки, мы продолжаем проводить игру под названием Волфарис. Мы с вами попали в какой-то улей. А давайте я, наверное, изменю волчий огонь на свой плазменный пистолетик. Я изменю дробовик на разрушитель. Ну, сразу видно урон. Отличия большие, я вижу. Надеюсь, это был один. Готово. Да, наверное. Ну, ракетница. Блин, она дерьмовая на самом деле почему-то. Хотя написано, что большой урон. Лучше тут встать, мне кажется. Еще прикол. А, туда наверх нужно забраться. Почему шкала энергии стала красной? Да, они могут стрелять вниз. Обратного пути у меня нету. На самом деле мясо происходит. Так, за это, да, за это зацепиться можно. А, идол возрождения, и пошла у нас паркур-рифка. Паркур-рифка. Есть сейвы, хорошо. А если бы я вниз пошел? Если бы я пошел. О-о-о. Вот чтоб я нашел. А теперь падаем вниз, выходим. В принципе, это... я ж могу... Да. И что, мне получается, сдохнуть нужно? Ну, мне кажется, я сейчас здесь вот сдохну. Так, Тирена, эти парящие черви, кажется, довольно миролюбивыми. Может попробовать прокатиться на одном из них? Я понял, что сейчас будет... А нет, я думал совсем иначе.
Так, теперь у нас три идола. Ну, я все равно сейчас подохну. Это задуманная смерть. Для чего? А вы видели то, что там упал металл. Мне нужен этот металл. Вы видели, там был металл. Я хочу этот металл. Только осталось понять, как его достать. Ой, что-то я затупил. Вот скотина. Вы видели, что он сделал? Он меня чисто подставил. Так, а хватит на улучшение. Я хочу улучшить вот этот вот свой основное оружие. Потому что оно довольно домашнее против мелких противников. Да, именно давай так. Жалко, что двойного прыжка не имею, чтобы быстрее забираться. Видите, он сразу идет ко мне. Надеюсь, металл подобран. Хорошо, теперь туда. Хорошо, что он на эти моменты меня не фризит. Вот здесь, мне кажется, был бы хороший очень огнемет мой. Это типа арена, да? Если так, тогда здесь лучше волк. Как раз попробуем на этих типах. Давайте теперь на этих попробуем. Хотя здесь может пригодиться вот эта именно пушка. Потому что здесь бесконечный заряд. Также парня клавиш.
да, если хочешь это пройти, нужно... Ай, бля, ладно. Она фризит. И да, эта пушка идеальная. Именно в таких. Все, понимаете? Ой, тихо. О, я сейчас так мог проебаться. Кровавый топор. Это мощный боевой топор, гораздо лучше, чем кажется. И можно атаковать невероятно быстро. Но здесь роль играет и не только это. Мне важно еще также показатель урона. Черти загрызли. Так видите, они еще и при этом пролетают через меня. Это ж... Здесь. Это просто охренеть. Короче, я понял, так нужно ломать. Это охереть можно. Фух, я думал, мне надо аж на самый верх лезть. Как это называется? Как это называется? Понимаете, при уничтожении этих животных у меня просто 6 FPS. 6 FPS. Я просто пытаюсь их не пропустить к себе за спину. Скажите, что я могу видеть в этом? Правильно, ничего. Чисто из-за того, что мне повезло. Он очень много выносит хп за удар. Нереально много. Это действительно сложно.
солдат. Ну это автомат какой-то, да? Испепеляет жертва. Очень эффективно против вражеских снарядов. А теперь вопрос, они меня дамажат? Нет. Они меня не дамажат. Давайте попробуем. Забейте, я уже сдохлый. Весело. Весело. Во-во-во-во-во. Я не увидел, что такая хрень еще это будет. Дело в том, что нельзя вернуться обратно и сохраниться, понимаете, это не как у костра. Запомню. Я это запомню. Духи волка вот эти, они дамажат, поэтому мне нормально. И, в принципе, эта хрень нахрится на любой живой объект. И видите, вообще плевать, где я нахожусь. То есть она меня хоть так уснет. Окей. Лучше сразу уничтожить ее. Так, я смотрю, здесь очень много медуз летает. Давит. Нет. Поехали. Это ж наш знакомый друг. А я еще должен. Серьезно. Нахрена я сюда спрыгнул? Я хотел пойти на правую сторону. Узнать, что там. Ну, в принципе, я узнал. Там разочарование. Вот, видели, там был проход. То есть, по факту, я мог туда пойти. Или я бы тут все равно спрыгнул вниз. Ага. В чем? Фух.
Я думал, в чем подвох, если меня сейчас грохнут. Так, сейчас будет боссик. О боже, надоели. Ой, боже, как я ненавижу эту игру. Не, ну, блин, игра прикольная, но... Здесь враги страты. Все, я типа падаю вниз. То есть здесь на самом деле не так уж легко это сделать. Ладно. Изменить. Пробуем с помощью пушки. Да, с помощью пушки для меня даже враги не трогали. Потому что они не знали, что... Можно я умру? Так, стоять, их тут двое. Что? Бля, я не за... Я не использовал сохранение? Понимаем. Я понимаю. То есть я взял жетон, но я не использовал сохранение. Пиздец. И я еще при этом говорю, убей меня. Вау. А. Я уже даже не знаю, как я буду это проходить. Бля, серьезно. Понимаете, меня те хуйни убивают. Те хуйни просто убивают с одной тычки. Ну как, с трех тычек. Они забирают у меня где-то одну треть хп. Охренеть.
Охренеть. Заметьте, она даже лагает, когда запись не идет. Это вообще жесть. Ага, теперь с этим количеством хп я должен одолеть двух даунов, которые в меня пуляют броней. Я понимал бы, если бы они меня руками не дамажили так сильно. Так они еще руками дамажат, не знаю сколько. Так он, понимаете, эта тварь еще и телепортируется ко мне. Я еще не успеваю прыгнуть из-за этой мрази. Ой, я забыл закрыть проход. Так, теперь мы пробуем с помощью базуки. Но мне кажется, эта базука хуй пососут. Сука. Фу, хорошо, что мне нужна была лишь одна кровь. Окей, это значит не так все-таки сложно. Что вот это за рыцарь такой? А запомни, вот это самый пока сложный были враги за всю игру. Это самый сложный противник. Я просто в ахере от этого противника. Ей-богу. Так, стоять, давайте сразу, чтобы я не ошибся. Потому что если я сейчас сдохну, я там минус... Ну и ну. Терион знаменитый отпрыск вероломного короля Врола. Ты вернулся. Вот, я тебя не знаю, жаба. А вот я тебя не знаю, жаба. Жаба? Да как ты смеешь? Я благословенный создание, источник драгоценностей жизни. Сейчас ты в этом убедишься. Готовься к страданиям. Ты бредишь. Пора тебе сдохнуть. Ага. Ага. Кайф. Я просто... Два ублюдка сидят, ждут меня внизу эти. Так при этом там еще и два босса. Понимаете, просто два ублюдка и два босса. Все. Хотя я тут кое-что сейчас увидел. Я могу улучшить свой пистолетик. И я этим займусь.
Мне же интересно. Ой, подожди, давай сначала посмотрим, сколько флюта сейчас стоит. 7. Еще что-то, подожди. 7 и. Кровь Вальфариса. Ага, понятненько. Вы не поверите. Пистолет начинает дамажить меньше. Он дамажит меньше, чем раньше. Я так с этого орнул. Нам его просто сюда нужно телепортнуть этого парня. А, заебись. Так. Вообще посрать. Как я не увидел? Как я не увидел тебя? Я думаю, это было бы вообще нереально, если... Босс перед этими двумя... Нет, на самом деле можно было бы убить босса. Я очень знаю. А, у меня... Топор херня. Быстро атакующий, но херня. Вот этот более-менее. Так, смотрите, что я придумал. Если он такая жопа, я его сожгу. Почему нет, да? О, а чё я куплю стоять? Ну да. Ой, ладно, он меня задел. Теперь тебя покрывает жабья слизь. Это ерунда лип. Так. Это ерунда липка, как клей. Фу. Я же ненавижу этой улей. Ла-ла-ла. Эмбрион. Так, запускает взрывающиеся ядовитые сферы. Насколько это мощная? Я хочу просто посмотреть, насколько она хорошая, и закончу. Сторожа Вальфариса сражается с обитателем Ули. Похоже... Мы все здесь враги друг другу. Я
Так, проанализировал план сражения Вальфариса. Похоже, они пытаются прорваться в большой зал, расположенный впереди. Там слишком много сигналов, так что я не могу определить, что находится в этом зале. Есть один, так, верный способ это выяснить. Два попадания. Вот откуда ты вылез? Сука. А, все, я вижу дырочку. Дырочку. Типа они бесконечные? Да. Ой. Можно меня убить? Убейте меня, пожалуйста. В принципе, ладно, мы узнали, что здесь, поэтому давайте закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.